Не проиграли, но и не выиграли. В рамках очередного тура первенства ПФЛ футбольный клуб «Муром» встречался с владимирским «Торпедо». В случае победы наши футболисты имели шанс не только обойти своих соседей, но и выйти на 7-е место в турнирной таблице. Перед матчем владимирцы опережали муромцев всего на 1 очко, поэтому спор двух команд региона был принципиальным. В первом тайме небольшим территориальным преимуществом владели хозяева. Однако «Муром» разрушал все атаки торпедовцев еще на подступах к штрафной. После перерыва «Муром» добавил обороты и раз за разом заставлял хозяев ошибаться в середине поля. Хорошую возможность открыть счет имели Николай Вовк и Николай Кабаев. Правда, нашим игрокам в завершающей стадии не хватало точности и хладнокровия. Нулевая ничья стала закономерным итогом дерби. Я думаю, что 2 абсолютно разных тайма. В первом тайме «Торпедо» владела больше территорией, владела мячом больше. У нас не получался выход из обороны, пришлось прибегнуть, что для нас не характерно, к заменам еще в первом тайме. Перестроили игру. В принципе, второй тайм, считаю, полностью переиграли соперника за счет быстрых ответных атак. Заставили их мяч убрать во фланг и свалиться на элементарный навал, который ни к чему не привел. Мы насчитали 4 голевых момента в атаке, поэтому второй тайм мы себе заносим актив. А так, думаю, что да. В принципе, если все это суммировать, равная игра, и, наверное, думаю, счет справедлив. Мы сыграли сзади на 0, что хорошо, впереди не забили, что плохо. С 32 очками футбольный клуб «Муром» по-прежнему занимает 9-е место. На 1 очко наших футболистов опережают «Псков» 747 и «Торпедо». Следующий матч муромцы проведут уже в среду 18:30. На своем поле «Муром» будет принимать идущую на предпоследнем месте «Коломну».